Все, бегу, бегу. Отлети, нямка, отсюда, блядь. Крыльями шкаф загораживаешь, сука. Не могу суммонить людей, тыкается на тебя, блядь. Ой, ты хаттерофлишь, все там нормально. Ты ебать, так... Я передвину шкаф. Тыкнись только. Войт не очень ловкий. Вообще неловкий, нихуя. Примерно как за протовары агро держит, так же и шкаф. Сантей, ты тут? Сантей. Сантехник. Сантей. А, он тут, он присмонил. Блять, да что, не в 10-то? Митриас? Может, я вместо тебя Фарада возьму тогда? Зов. Хуй с ним. Все тут. Значит, у кого кулаки прокачаны? Прокачанные кулаки. Враска. Сука, сейчас сам посмотрю. Хуй с вами. Враска, бафаешь кулаки. Ванель, кресты, коват, каски. Слышно, нормально. Вот. Пятая пати хилы. Кават на шаркарях, я на боссе. Саппроты хаваем, да? Без саппрота, блядь, угораем. Хуй знает, мне кажется, рили и хилы сегодня вообще четкие. Че, типа 130 резиста, блять? Не надо бафнуть от тьмы, пожалуйста. Смените ауру. Тут вот так коня нам. Паладин, который не танчит протоауру, освободи. А кто танки тут? А ты чё спаш? От кого хилить, наверное? Чтоб освободили протоауру, а у них от нее вообще толку нет. Ваниэль, аура, значит, стоит. Все. Погоди, Войт, я релогну сейчас. Пинка.
ауру поставьте. Блин, три паладина, одна аура только, блин. А, нет, вот, три. Все. Ты тоже Огнус, у меня две показывает, блядь. И у меня две. Они не ставят ауру, походу. Лаги. А у вас ни у кого не вылетает? Нет. У меня Вов крашится почему-то. Фисяло. Две ауры или две? У всех это? Две. Алло. Алло. Фисяло выкинул, он сейчас зайдет, алло. Я сейчас зайду, я просто спросил. Ну, я тоже надеюсь на это. А у тебя большое количество модов стоит? Бывает, от них крашится клиент, у меня вот был такое. Не-не-не, мне попало только полная переустановка. Хорошо, хорошо, MP5 раздам. Так, ну я только зашел, братец. Все окей, не вопрос. Чек на пол, поехали. Ауру, может, ты поставишь третью, нет? Конечно, конечно, Враска, как скажешь, братишка. Внель, что ты так много говоришь? Лучший ретрик заработай, МП5 я раздам, братья. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаяния. Не забываем, да, что у нас пул КП сразу начинается. Там надо там... Дай мне прямо вытрать. Ревойс. Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. Бля, Войд, я забыл бомжей дать. Угольных соблюдает.
КД таунты. Чего нет? Блять, где прохил? Ну посмотри, какой. Нет. Вот так по отхилу, без поглощения, просто отхил. Человек без сопрота, почему вы не выпили его? Да. Сдох этот ширкарь, а второй не успел даже подойти и вылезти. Точнее, третий. Сколько надо вайпов, чтоб спекнули шестого хила? Там чипсы пати просит.
А мы в три танка, что ли, пришли? Ну, по ДПС все просто Андонидас, Кават и Войт. Андонидас умер просто, он в сове. Кто без сопрота умрет, получит ГП. Я смотрю, некоторые так и не выпили. Ваниэль, ты выпьешь сопрот или нет? Ладно, на ком там не выпитый сопрот, говорите. Только Ваниэль, да? Да не, у него выпит уже. Нямка выпил? Зачем ты себе столько поедал? Ты что, дух убил Фоджу? Задрыганец выпил. Пока мы ждем, хочу чипсы. Какой из друидов меньше садится по манне? Не знаю. Мы его ждем, он уже в рейде, блядь. Я по манне не сажусь. Вот поменяйте Луциня тогда с хочу чипсами местами. Что мне ГП дал? Да, ФК, потому что два чека уже прошло. Я ж сказал, релогуюсь, вылетел. Не слышал. Это Драганец. Я вылетел, захожу. Слышно было? Я в игре. Да просто стартани, он сдохнет и утонет, блядь, ГП за то, что ФК стоял. Да, здесь это уже вот 8 минут прошло с того, как я диван. Мы каждый бой, каждый, блядь, вайп будем так делать, и что? Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку!
я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Куда? 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 Ловушка. Пока. Класс. Я живой, живой. Теперь куда? Бля, ну он теперь такую хуйню с ловушками. Так видно было на мне. Я не видел, сори. Ай, блядь. Диван у кого есть? Да, бегу резко, я фкашу. Ларус, что ДБМ нет? Вообще есть. Если нет. Ты про последнюю ловушку, то я лично не видел. Если честно, анонса даже не было в белый чат, хуй знает. Так у меня над башкой даже надпись выскочила. Или ты про ту, когда я улетел один? Один, когда улетел. Ты в колонну, да, улетел, тебя фартануло? Нет, я в трон улетел на той ловушке. Я была в колонну летел. Не, там типа коват, короче, ты у меня на... Короче, у меня так камера была, что ты у меня не был на мониторе. Я просто от лича побежал с чумой и вижу, ты уводишь этого. Я не понял, почему, не видел, что там ловушка. Ну, мой косяк, наверное, я должен был тебя держать в камере. Там, по идее, ну, если нормально стоит, хрен, ну, это хрень, то там должно быть пятно, блядь, на земле, такой шарик черный. Это та ситуация, в которой вчера я был. На танке была ловушка, я побежал выносить чуму. И эту потом еще лайк прожался, потому что я бегал кругами. Вот это ты далеко от босса стоял, что ли, или что?
типа, блядь, анонса не было, блядь, за ловушку вообще от ДБМ. Не, просто, блядь, он изначально был в рейнже, типа, ты был в рейнже. Так она на войны кинулась, да? Да. Мы за тобой побежали и въебались в ловушку. Просто и все. Так черепок не вот вешается раз. Разве? Вешался же черепок. Там хуй знает, я ничего вообще его сейчас не видел. Ни белого облачка, ни хуя. Только ты сказал, блядь, милики, я думал, где, блядь? Когда она? Он и сказал мы уже... милики, мы уже полетели. Да. Вы смотрите, лич кастует ловушку, там каст 0,2 секунды идет. И из него вы... Нет. А ты пишешь, Войт? Надо потом глянуть самому интересно, что там дать было. Всем здорово. Каждый пул будем так ждать. Может, пора уже ГП за это раздавать? Ты это, ну, самый чип сам дал за этот самый за АФК. Там поснимал. Он им все еще дал, все снял. То есть его в Дискорде нету, как можно релогать? Закидывай йотан, говорит. Это секси паладин, блядь, йотан Шайма. Вон суперстар запихни. Он вроде в диск говорил за хуй. Суперстар. Да. 3 минуты назад, блин. Не пускай. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. В локере бафните. Он чат ты пишет. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Ему опять 5, да? Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу допустить, чтоб величайший служитель света пропустил рождение. Даркис улетел? Что?
У меня экран завис. Даже не могу в окно Спел. Вы чё, блядь? Нахуливайте всех этих гневных на меня. Дальше сейчас миликов задует, блять. Вот Сунь, поднимай шторму. Сейчас я пытаюсь захилить. Не хилит никто. Что за бред? Мне прям в центр выпадет. Катер. Да хуйня, конечно, блядь. Падаем или что? Обратно, вроде, ставь. Можно это, чтобы если вайп как-то поживее анонсить, чтобы для дивана успевать кидать? Успел. А можно ГП тому, кто развил вот это вот последнее осквернение, прям под вальки? Это лог Суперстар. Сейчас я начислю. Ему и друид. Йотан тут, Йотан хочет в рейд. Захилил, потому что хилил. Феру. Феру не заметил, что она летит на...
Ее никто не убил. Я виноват, потому что не заметил. Да ты бежал первее всех, блядь. Она возле самого лича была, сфера практически. Я видел. Знаешь, можно было среагировать, потому что я варом, да, проском туда в нее кинул. Я сказал, я виноват. Я ничего не говорю. Я виноват. Я не заметил. Жаль, что РДД не сливают. Быстрее. Ой, поставь рыбу, я сяду и пойду на минуточку. А рыба стоит. Где? На ней сидят, что ли? Кто-то сидит, блядь, на ней. Под Луци. Я быстро. И... на минуту. Запускай. Неужели МП5 на паладин? Хваленые силы света. Мне можно попрессуем скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти... Шаман, нямка просит МП5 инту. На приставим МП5 можно? Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! В нямке креста нет до сих пор. По предложению вниз. Но в танке. Еще раз так, чему здесь палишь, ГП получишь. На танке. Ну там за чуму еще раз, можно?
Фаза. Да, да, все нормально. А какой вылез только что, я не считал. Отлагал, заебись. То, что ты вот обычно не анонсишь, пора анонс. Я уже вынес. Десять секунд. Печеньки хил. Краску, уйди. Печеньки хил. Гингер, мама, на группе Гингер, безусловно. Хил коды. Кружок. Ты. До дивана 20 секунд. Возьми холи паладина телеграмма. Валькира, твой господин зовет. Войта, ты тоже на перифазе завис или когда? Когда начал падать, у меня повисло. Вообще, да, будет лучше, да, лучше взять ДЦ в Т5 и все. Потому что это ДЦ не щитует. Он не успевает. Нет. В смысле, блядь, не щитует? Ты рекаунт, посмотри, не щитует. У тебя, блядь, рестарт друид 3000 хпс отдает. Это тебя нормально? 250. Ты успеваешь весь рейд обсчитывать до заражения? Чекни этот самый рекаунт. Это раз. Два. А кто там ругался на ДЦ, что он получит ГП, если он еще раз так вынесет чуму? Японец.
А ты видел, что у него в танке была метка? Не метка. А это похуй, у него ДП не щитует, и чему нахуй ДП? Он бы не успел, бегая метку, донести ее до трэш. Если бы он не сдиспелил ее из себя, он бы... В чем проблема-то? У тебя есть другие какие-то аргументы? Тебе объяснить, почему в Т5 ДЦ намного профитнее, чем в Т10? Блять, он успевает... всего 2 ДЦ, я в курсе, почему он... Он успевает все заражение перекрыть щитами. Этот ДЦ не успевает, поэтому люди проседают. У нас все хилы хилят ауешно, никто точечно не хилит. Поэтому меня люди слышишь? Умирают. Я с тобой не спорю, что ДЦ в Т5 профитнее, но я говорю о том, что 2 ДЦ будет профитнее в любом случае, чем один. Тем более, блять, если у него нет Т5. Сорян, так совпало, чувак не успел одеться. Чё на него гнать, что он не успевает? Так нет, никто же на него не гонит. Я не говорю, что он плохо все делает. Я говорю, что в Т5 ДЦ будет лучше. Хилы будут успевать захиливать. Вот и все. В общем, делайте, что хотите с ДЦ, но он неплохо щитует в целом. На свой гир. Ну что там, мне Данибис нужен? Нет. Может, не в медведи все-таки? На медведь более полезно. Ну хорошо, я пока-то на твинте. Чего кричите? Пикните, пожалуйста, а? Брейди или чё? Брейди, Брейди. Тыкните ещё. Войт, мне в ком. Япончик, можешь включить хилбот и посмотреть?